И настал тот момент, когда мечта стала реальностью. Когда мы говорим про мечту, мы не имеем в виду фантазия. Фантазия – это когда человек сидит, фантазирует и ничего для этого не делает. Будьте всегда верны своим мечтам. Делайте все, чтобы ваши мечты стали вашей реальностью. С огромным уважением к вам, ваш Эдуард Васильев. I'm